Акция дает возможность налогоплательщикам узнать, обязаны ли они сдавать декларации и в какие сроки. Стоит отметить, что в этом году оренбуржцы должны сдать справку о налогах до 4 мая. Категории лиц, которые обязаны сдавать декларации, это, ну, прежде всего, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, но кроме этого и граждане, физические лица, которые получили доход от продажи собственного имущества, которое находилось в собственности менее 3 лет, от сдачи доходов, от сдачи в аренду собственного имущества, также доходы от продажи акций, от долей в уставном капитале, ну и некоторые другие категории граждан. Специалисты налоговой службы помогут жителям заполнить декларации, в том числе и подключиться к электронным сервисам. Это личный кабинет налогоплательщика. Кстати, эта система позволит его пользователям не только заполнить декларации, но и контролировать другие функции. Вы будете видеть все свои объекты, имущество, которое расположено на территории Российской Федерации, все уведомления, которые направлялись вам различными налоговыми органами, где вы стоите на учете об уплате имущественных налогов. День открытых дверей пройдет 15 и 16 апреля во всех районах области в отделениях налоговой службы.